Привет, ребята, опята! И как вы заметили, я, как всегда, опять нахожусь не дома. Но сегодня в моем любимом колледже проходит Всероссийская студенческая научно-практическая конференция. Сегодня буду докапываться до людей, до участников, до организаторов. А что из этого вышло? Давайте посмотрим. Какая тематика вашего выступления? Музыка и все, что связано с ней. Красиво, как музыка, знаете. Скажите, пожалуйста, вы сегодня участвуете в данной конференции или в ваши обязанности входит что-то другое? Мы сегодня участвуем в данной конференции, и в наши обязанности входит... Сидеть в президиуме этого конкурса. Просто сидеть, ничего не делать. Делать из себя видно. Не надо брать, просто мы сидим и ничего не делаем. Вань, представься, пожалуйста. Участвуешь ли ты в данной конференции? Какой конференции? Я только вел какое-то мероприятие. Каково тебе вести очень важное мероприятие, такое как Всероссийская конференция научно-практических исследований студенческих, что-то там? Это честь. Вообще это случайно получилось. Все. Зато честно. Да. Откосили от пар, это хорошо. Ты знаешь, мне кажется, сегодня никто не учится. Как вы решились поучаствовать в научной конференции? Я сидела на фортепиано, приходит учительница и говорит мне: «Настя, ты будешь участвовать в конференции, и меня не волнует». И все. И все, да? Все. Да. Аж слов нет. Мне кажется, данная конференция — это как вот небольшой глоток. Толчок для людей, которые могут поучаствовать дальше уже на более профессиональном уровне, такой как World Skills. Не World, World. Я сказала World. Сказал Word. Word — это программа такая, а я сказала World. Word Skills. Долго ли готовились к этому мероприятию? До безумия. 2 дня. Это было очень долго. Эти мучительные 2 дня, бессонные ночи. Это было очень трудно. Ну, курсовую за ночь написала, в принципе. Нормально. Сравнила первый и третий. Ну, я пересдавала ее 3 раза, но в принципе, да. Ты в преимуществе была бы. Бог любит троицу. Не надо троицу. Ну, пока в машине ехал, я приехал на личном авто, пока ехал за рулем, читал и все, подготовился. Ну, личное авто с Нижнекамска — это не шухры-мухры. Да, это не шухры-мухры. Ну, достаточно долго, около 4 месяца. 4 месяца? Ну, по сути, я начал ее делать с осени. Вообще. Ой. Ой, а вы, наверное, с лета, да, уж начали, чего уж тут мелочиться-то? Я с декабря. А, ну так. По сравнению с ним это, ну такое. Скажите, вы волнуетесь? Честно говоря, нет. Нет, не очень. Не очень. Есть такое? Очень сильно. Прям аж внутри все дрожит, мурашки идут. А так нет. Понравились ли тебе выступления участников? Я, конечно же, ничего не видел, я только слышал, но мне что-то 3-е выступление прям очень понравилось, потому что оно было самым долгим. И что-то там было интересно, видимо. Я так и не понял, что. На самом деле, да, мы успели с Альбиной уже сходить в другое место поснимать. Она все говорит. Мы вернулись. Она все говорит. Как ты это прокомментируешь? Она, видимо, вела урок, потому что было такое ощущение. Ты знаешь, что на начальном отделении учится? Стою за сценой, она такая: «А давайте спросим вот так». И пошла по аудитории что-то спрашивать. И пошла в народ. Да, пошла в народ. Я желаю тебе отлично выступить, я приду посмотреть твое выступление. Спасибо большое, Дарья. Ваша поддержка для меня очень ценная. Твои люди всегда с тобой. Да, мои люди всегда со мной. Но если тебе понравилось это видео, то можешь поставить свой лайк, подписаться на канал. Меня до сих пор зовут Дарья. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Пау, 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 пау. Эш, карай.